сорт острого перца хабанера капучино. Это довольно редкий сорт, очень красивый. Название от него происходит от цвета кофе со сбитыми сливками. Этот сорт с остротой от 100 до 350 тысяч единиц по шкале Скойля. Срок созревания этого сорта 100-110 дней. Редкий и красивый сорт. Какая красота! Этот сорт похож на красный хабанеро, но он намного раз темнее. Вкус этого перца пряно-фруктовый. Смотрите, какой красавец. Вот у меня есть уже один сорвал. Вот. Чем не красота? Посмотрите, какая красота, какая красотища. Это очень интересный и редкий сорт. Это растение многолетнее. Его можно выращивать как в открытом грунте, так и в теплице. Вот, смотрите, какой красавец. Сорт высокоурожайный. Созревает он вот от такого светло-зеленого цвета. Потом становится так вот горчичного цвета. Потом становится красный. А потом уже темно-красный. Очень красивый и удивительный сорт. Он многолетний, так что можно выращивать его и на подоконнике. На подоконнике высота у него будет не превышать 60 сантиметров. Если его обрезать, обрезаются вот эти вот ветви, укорачиваются. И он у вас будет маленький. Сразу здесь сбоку пойдут, вот видите, поросль. И здесь будет еще одна веточка. Еще он будет аккуратный, компактный. Вот с одного кустика можно собрать до 70 плодов. Очень интересный, очень красивый сорт. Вот он у меня еще. Если посмотреть, смотрите, сколько здесь плодов. Вот еще одну веточку подымем. И все. Все усыпано. Часть я уже собрал. Часть хочу показать вам. Такие вот красивые плоды. Красивейшие. Он довольно крупный. И ароматный. Такие вот красавцы. Смотрите. На всю руку. Так что выращивайте такой сорт. Он обязательно вам понравится. И больших вам урожаев. Всем удачи. Пока.